Стоп. Ну даст она мне яду, право, вот какова ее любовь. Ты с Валерой ее вез для друзей, да, Валер? Да. Сокол, сокол, я ястреб, сокол. Я готов держать веревку. Вот такая же. А наш сплав продолжается. У меня обед, тушеночка, потом хлебушек. Осталось немного, немного самогончика. Ребята работают. Еще к нам на хвост сели. Пока бомбардировщик Б-52 слетает с мыса Канаверал. Что делает майор? 8 утра, рыбалка здесь есть. Я только что поймал. Вот рыбочка моя. Золотую рыбку поймал. Всем приятного аппетита. Не любит колбасу. Доброе утро, страна. Ты камеру не в ту сторону повернул. Вот так надо? Да. Оу. Здрасте. Продолжаем дегустацию. Дегустейшн. Дегустейшн. Самогончин. Валерчин. Друзья, Валера Самогон, я чувствую, подготовит интереснейший репортаж. Ты же репортаж готовишь, правильно? С выезда на байдарках и рафтов в Ростове в 18 году. В Ростове, в мире. Вот, и я хочу сказать, что Валерка молодец. Валер, сколько ты взял? 5 литров самогона, да? 5 литров самогона. Вот мы сегодня... Да даже не 5, 5 с половиной. 5 с половиной, 5 с половиной. Еще вот. Кого ходил, цепанул имбирную. Подумал, не хватит. Вот. Но его хватило, в принципе. Хватило, да. В общем, если целый день снимаем сегодня... все это на камеру прикольную. Картинка хорошая, там футбол играет. Лёшка сейчас на воротах. Молодец, Лёша, отбил. Готовится. Сейчас перевернем. Да вот на столе перевернут. Оп! Концентрация. Для вас сделать. Негазированный святой источник. Да, мы вчера пили эту самую агушу. А сегодня мы решили переключиться на святой источник и на великолепные блины. То есть мы пьем самогончик с... Это хорошо проснулся. Все перевернуто. Оп. Ну что-то нормально. Ребятушки. Мы на байдарочках. Мы гребем. Нам сегодня надо пройти 15 километров. В принципе, маршрут уже третий раз меняется. Вчера проплыли 5-6 километров, сегодня надо за 2 дня проплыть. Сейчас дети будут купаться. И мы тут тоже к вам подплыли. Ну что, самогон есть, Валер? Есть. Давай. Давай, цепляемся с веслами. Веревку с собой взял? Веревку? Да, детей бы сейчас привязали. Походи к тебе. Не взял. Чего случилось? Замерз? Я хотела к тебе сейчас. Да, я хочу с мамой плавать. Мама, ты ужасный, закалял уже. Ну, я хочу с мамой. Мне идти к вам купаться? Да. Ты все, накупался? Человечек, дай рыбу. Я рыбка. Папа, я хочу с тобой. На корабль хочешь? Да. Ну залезай. Ну, за тех, кто в море. Жахнем. Я думаю, что на сегодня кончилось горючее, поэтому сегодня стало немножко сложнее. Энергетик уже не действует. Но если появится возможность хоть какая-то, то я думаю, мы поплывем быстрее и догоним первую группу, которая от нас отстала. Дай мне да, пожалуй, все. Ребят, ну мы продолжаем нашу поездку. Молодец!
А меня тут хорошо подкармливают. Нет, нет, стой, дай мне, пожалуйста. Я стою, точнее иду. Это не наш случайно? Немножко, конечно. Нет. Могу стоять? Я уже тут не я приезжала. Спасибо, блин. Ангелин, как дела у тебя? Я тут главная рыбка. А я с Минтелем встает. Нифига себе, жилет тяжелый. Стой, можете остановиться, я держу. Мы не можем. Нифига себе, тут тяжело. Ты сейчас стоишь или... Да, я. Держи. Отпускай, отпускай. Сейчас по инерции мы пройдем. Привет, Лёв! Смотри, шашлыки вот ребята делают здесь. Да? Это порог 6-го уровня. Прошли. А? Давай! Так, ждем, можете достать? Ангелина! Ты не выберешься! Аккуратненько! Потому что байдарки интереснее на самом деле. Слушайте, мы с тобой как бы выстояли, мы молодцы, нам нужна мака. Да! Чего? Нам нужна мака. Она где-то там уже. У Саши. Спасибо, Львович! Саня! Спасибо, не пароль! Казинаку! Ставлю на паузу колонку, как выясняется. Я вас держу. Колонку поставьте на паузу. Готово. Поставили, да? Ребят, как ни крути, а в любом случае рафт собирается. Московский авиационный институт. Там есть традиция, она уже в течение 70 лет. Когда собирается больше двух майорцев, а нас два есть, да? Если это майорский слет, то там бывает до 500 человек, говорит, одновременно это тост. Представляете, 500 человек, говорит, один тот же тост. Ну, в данном случае один говорит, второй поддерживает его. Значит, он где-то 2-3 минуты идет, мне нужно, чтобы вы мне поддержали. Договорились? Да. А потом, если мы все ошибаемся, мы по очереди, потому что нас нет. Это ты понимаешь, это не готово? Да, готово. Когда бомбардировщик Б-52 залетает с мыса Канаверал, что делают майорцы? Все хором. Сидят и пьют. Когда бомбардировщик Б-52 пересекает Атлантический океан, что делают майорцы? Сидят и пьют. Когда бомбардировщик Б-52 майорский тот сейчас говорят. Московскую кольцевую автодорогу, что делают майорцы? Сидят и пьют. Когда бомбардировщик Б-52 зависает над главным авиационным корпусом Московского авиационного института имени Ленина, имени Серго Орджоникидзе, что делают майорцы? Сидят и пьют. Нет, на крыло. Есть на крыло. От винта. Есть от винта. Жахнем, жахнем, жахнем. Сама пойдет. Первый пошел. Выпивает те, кто с первого факультета, кто закончил первый факультет. Второй пошел. Выпивает те, кто второй учился. Так, да, пошел. Двигатели. Третий пошел. Ты понимаешь, Анатолий, это как бы мы мимо пройдем. Четвертый пошел радистом заземлиться. Четвертый. Ух ты, радист, заземлился. Пятый пошел. Смотри, два заканчивал. Ну, короче, и так до 11. Жахнем, 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 что сама пойдет. Ура! Ну, предполагается, что стоя и еще стоят люди. В рамках сегодня культурного маршрута, у нас же маршрут культурный, правильно? Вот, мы просто пьем самогон и едим орешки. Вот. И мы потихонечку закрываем наш склад, потому что сегодня уже в Москве. Да? В рамках нашего сплава я прочту стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо, Паш, Дима. Или 15-й год. Ну, попрошу у всех. Далее, к тебе тоже относится. Спасибо, Дим. Пожалуйста. 15 лет мне скоро минет. Дождусь ли радостного дня, как он вперед меня поднимет. Но и теперь никто не кинет с презрением взгляда на меня. Уж я не мальчик, уж над губой могу свой ус я защипнуть. Я важен, как старик без зубы. Вы слышите мой голос грубый? Попробуй кто меня толкнуть. Я нравлюсь дамам, ибо скромен. Между ними есть одна, и гордый взоры так тонен.
и свет ланит ее так темен, что жизнь не миллиона. Она строга, востолюбива. Я сам дивлюсь ее уму. И ужас, как она ревнива! Зато со всеми горделива, и мне доступно одному. Вечер она мне величаво клялась, что если буду впредь глядеть налево, направо, то даст она мне яду право, вот какова ее любовь! Она готова хоть в пустыне бежать со мной, презрев молву. Хотите знать мою богиню, мою сибирскую графиню? Нет, ни за что не назову. Все? Ну вот, собственно, мы четверть пути проплыли. Ребята решили сейчас покупаться немножко. Передай привет. Привет. Маме передай. Привет, мам. Никита там. Вон, Никита вон там. Никита гребет. О! Слушай, а такой сервис тоже у вас есть, да? А что, им остается? Они же детей не бросят. Ну, нам не надо. Так, клима ты. Сейчас, Левушка, посиди чуть. Физкульт, привет! Сколько узлов идем, Лев? Сколько узлов идем, Лев? Узлов? Угу. Узлов? Сколько километров в час? Сокол, сокол, я ястреб, сокол. Так, это наш, по-моему. Так, ну мы дальше плывем. Наш маршрут продолжается. Нас взяли, кстати, на буксир, между прочим. Всего лишь какие-то $10. Ребят, всего лишь какие-то $2. Белая рикша.
А у вас есть $2? Есть. У нас веревки. Найдется. Как-то вы не подготовились. Лошадка. Ну давай, вы сможете, дорогая. Ладно, пусть плывут. Нет. Рабы, молчать! Да, давай. Старались! Нет, она королева. А может, наоборот надо сделать? Она присобачится. Вот, давай так. Сейчас мы Настю сделаем. Она не присобачится, а не пошкрябает. Отлично, не присобачится. Ангелин, смотри, чуть не упала. Вот это ты берешь, это отцепляешь. Сейчас, секундочку. Вот это надо отвязаться. Я вообще так на ногах. Вот так, вот смотри. Так, ребят, мы за что вам бабки платим? Продолжаем маршрут. У нас там еще надо последний вагон прицепить. Подхалтурить решили? Вагон надо последний прицепить. У нас вагон. Вот вагон. А, нет. Мы вагон. Что, с каждого по $2, что сейчас? Вы детьми возьмете? А? Так, давай, а мы с отцепим. Не, подожди, сейчас. Давайте, так, нас куда-то сносит, по-моему. Нитка попрвала. Тише, тише, сейчас врежемся в детей. Да, я подержу нитку. Ангелин, ручки убери, зайка, на всякий случай. Так, и что с ней сделать надо? Ребят, как ни крути, а байдарки превращаются в рафт. А я говорила, что плохая эта идея. Все, мы готовы. Мы еще хочешь рафт сделаем. Так, мне передаем по $2. А вы сати кучите. Ура! Будем играть в интересную игру поиск называется. Чуки-чуки-чуки-чу. Мы паровоз. Да, вот это байдарки. Они просят нам привязаться. Давай мы сюда привязываем просто все. Аня, вас спать. Жень, держи веревку. Что? Отпускай веревочку, я сюда привяжу. Ребята, вроде неплохо. А мы вообще-то в носках. Да, мы в носках. Аня, ты уже отпустила? Ага. А мы я еще не поймала вашу лодку. Я готов держать веревку. Вот такая же она. Не-не, сделайте подольше. Давай. Подлиннее сделайте. Подлиннее, чтобы натяг был, да. Отпускай чуть-чуть. А так вы не дотянете. А, уже? А наш сплав продолжается. У меня обед. Тушеночка. Потом хлебушек. Осталось немного самогончика. Ребята работают. Не взяли нас. Удачной рыбалки. А мы не рыбачим. Это пансионат какой-то? Одинаковые домики. Так, ну вот мы, собственно, и подплываем к финишу. Мы до моста еще не доплыли. Сейчас, наверное, просто ребята решили просто покупаться. Предлагаю плыть дальше. Не останавливаться, пока есть силы. Это пророк. Это самый настоящий пророк. Да, это реальный пророк. Нормально, вы придумали. Лимон. Вы опоздали. Ребят, что делает волшебный $2? Они же самогон, они же... Зачем плывут?
Вам помощь нужна? 15 километров. Еще пару часов. Цепляйтесь за нас. Ребят, ну сплав подходит к логическому завершению. Нам говорили, что надо доплыть до моста. Мы до моста доплыли. Вот он, собственно, мостик наш. Нас сейчас ждут, будут кормить и все. Сплав закончил. Все. Лев, может дальше поплывем? Опа! Всем приятного аппетита, как говорится. Ты видел, что у нас с ребенком? А что у вас с ребенком? Валяется в жилетах. Спит, да? Укачали ее? Ну вот мы, собственно, приехали. Да, макарошки. Макарошки. Настоечка. У вас не такая дорога впереди, наедайтесь. А сейчас погубишь. Сплав великолепен. Спасибо. Спасибо вам большое вообще. Теплый прием. За отличный сервис. Сервис просто шикарный, Серег. Вот. Извините. Отдельное спасибо повару и развлекательной команде. Спасателей, тире инструкторов, тире. Гитаристов. Тире банщиков. Гитаристы рядчиков. Ура! 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 Каких задниц его кола? Через один порог. Через порог. Ребят, я понял, это полная задница. Эти вьетнамские скоты не могли найти. Да, да, вьетнамские. Эти вьетконговцы не смогли обнаружить бутылку. Уж Валера ее вез для друзей. Да, Валер? Да. Ребята, это не реклама Кока-Колы, но ссылочку я оставлю в описании. Для ботов. А вот этот человек 10 лет работал в компании Coca-Cola. Агилиен.